Британские дипломаты уличены в шпионаже. Как посольство Великобритании в Москве превратилось в филиал МИ-6? Расскажем в выпуске. 6 дипломатов, которым Россия указала на двери. Джессика Дэйвенпорт, Каллум Эндрю Дафф, Грейс Элвин, Кэтрин Макдоналл, Блейк Паттель, Томас Джон Хиксон Стевенет. А чем все они занимались? Насчет иноагентов особенно интересно. Вот Джессика Дэйвенпорт с редактором Липским и с признанной иноагентом «Новой газеты». А вот она с функционером НКО иноагента «Гражданское содействие». Я с 2007 по 2009 годы. Даже женился в столице, правда, на подданной Великобритании. У их разведки есть такой ход, чтобы вызывать больше доверия. Заводить семейные узы в стране внедрения. Вон как Бир с женой разгуливали в меховых шапках по Красной площади. Лондонская дипломатия удивительно изобретательна. Да, вот так классический британский шпионаж.